Rainbow English, учебник 6 класс, Unit 1, Step 4, упражнение номер 9. Нам нужно найти лишнее слово. Читаем, переводим и пытаемся понять, какое же лишнее. House – дом. Building – строение, здание. Flower – цветок. Palace – дворец. Castle – замок. Понятное дело, цветок нам туда не сильно вписывается. Итак, удаляем flower. Второе. Тут пошли глаголы, по-моему, почти все. Stand – стоять. Sit – сидеть. Run – бегать. Jump – прыгать. Road – опа, дорога. То есть это существительное, все остальное у нас глаголы, поэтому дорога нам здесь лишняя. Третье. Cathedral – собор. Wonderful – чудесный. High – высокий. Wooden – деревянный. Powerful – мощный. Получается, все прилагательное, кроме cathedral, кроме собора. Вычеркиваем собор. Stand – стоять. Statue – статуя. Speak – разговаривать. Circus – цирк. Side – сторона, бок. Ну, здесь, скорее всего, уже по написанию все начинаются на букву S, кроме circus, кроме цирка. Поэтому вычеркиваем circus.